На встречу с депутатом Государственной Думы Оксаной Пушкиной пришли врачи, депутаты, имеющие квалификацию врачей, а также активисты сообщества «Мамина помощь». Врач-педиатр Павел Бережанский представил программу «Основы медицинской грамотности в один клик», с помощью которой родители с легкостью смогут узнать о том, как действовать при простуде или отравлении ребенка, о гигиене и даже как правильно собрать аптечку в дорогу. Достаточно просто навести камеру мобильного на нужный QR-код, и вы уже читаете статью. Такие методички уже появились в отделениях педиатрии местных больниц. Все было очень просто. Взяли основные темы. Ну, это как бы одна методичка. То есть, получается, весной, например, одни актуальные темы. Зимой сегодня там, ну, в августе там поступление в детский сад, как не болеть. Это очень разные актуальные темы. Распечатали вот такую маленькую методичку именно по сезону. Большое внимание участники встречи уделили обсуждению вопросов интеграции особенных детей в общество, оказания педиатрической помощи в районе. Но самой острой стала тема необходимости развития в районе области психологической помощи в гендерно-сексуальном воспитании детей, а также развития социальной гигиены дошкольников и школьников. Надо говорить открыто о цифрах, сколько у нас нерожденных детей, сколько у нас детей, которые рождены у молодых мам с проблемами в том числе, сколько у нас детей особенных рождается, сколько у нас ВИЧ-инфицированных и так далее, и так далее. То есть об этом надо говорить. Надо говорить о том, как этого можно избежать, если быть просвещенными людьми. По итогам встречи было принято решение повторно собрать круглый стол, чтобы все участники смогли предложить свои идеи и внести доработки в обсуждаемые ранее проекты. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».